Какой прилечь, слышь? Тут мои яйца на кону. Не время отдыхать. Да ты чё? Ты серьезно решил драться? Неужели? Ну блин, да ну нахуй. Сейчас молнии шиндара по-любому. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор, мы продолжаем катать в Outlast 2. И вы не поверите, у меня заработал Steam. Прикольно, да? Так, здесь надо запись сделать. Я не знаю, но он... Я как-то просто, я запустил игру, и у меня хоп, смотри, Steam появился. Я, нифига себе. Воу, ладно. Вот последний, кстати, мы получали спуск в шахты, то есть 8 ачивок, и... Следующее, это завершить игру возрожденной, то есть финал, я думаю, близок, потому что следующая, ближайшая ачивка, это завершение. То есть мы можем вот так делать, да? Это как я вот так сделал? Так. Ага. Фото, вау, прикольно, да? А, вот, по типу shift, ёлопал. Я только сейчас заметил, и только когда shift tab нажал. Прикольно. Да, убери ты камеру, все позабыл. А, откатился у нас чуть-чуть назад. Кстати, давайте посмотрим, что будет, если мы сюда ее загоним. Да, я думаю, ничего не будет, в принципе. Так, здесь у нас есть бинт, который мы взять не можем. Эту херню, по-моему, можно двигать. Нет, нельзя. Нет, так-то можно, но в данный момент я не могу. Сомневаюсь, что я могу. Я не знаю, для чего это, да. Переключал. Переключу обратно. Сделаем все как было. Сделаем все как было. Кукла ребенка. Так, где тут вход? Я думаю, да, действительно, конец близок. И еще, кстати, я с вами хотел поговорить. Так резко начал, да? Кстати, я думаю, телеги можно их на. Да ладно, не будем. Дело в том, что. Помните чудище, которое за нами бегает на протяжении всей игры, то есть по школе там, и в воде нас постоянно утопить пытался. Тут я пригляделся и вроде как похож на этого лысого мужика, который этот директор, я так подразумеваю, который вот в последней серии предыдущей говорил, ты не виновен, типа, Блэк, позволь там тебе помочь. Во-первых, сходятся голоса, во-вторых, по его лысине похожа форма голова. Так что я думаю, скорее всего, это не Джессика, а тот директор. Вот он, собственно, про кого я и говорю. Сейчас опять, наверное, школа будет. Ты что здесь делаешь? Вспомнишь говно, вот и оно. Так, так, и заблудиться недолго. Так, ну я пришел оттуда. Закрылся. Если мне налево. Все завалено. Так, ну это предыдущий, да, оператор? Проходил на психе и этот немножечко прошел. А это он чуть дальше прошел. И после этого он удалил Outlast. Чуть дальше прополз и умер. Чувствую, если я сейчас ползти не буду дальше, я также закончу. Надоело мне в предыдущей части школа. Ой, как надоело.
прям раздражало. Слишком часто стали закидывать. Когда закидывают, так этот, можно разнообразить. А когда тебя... Когда 5-10 минут каждый тебя этот туда закидывает, это уже надоедает. Просто я, допустим, по шахте тут хотел побегать, а меня в школу кидают там. Как ты головой не бьешься? Странный ты мужик. Тук-тук, есть кто дома? Ага, он свалил. Как ты этот директор связан с Джессикой? Как, пока не знаю. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Она сказала встретиться. Loving and hating God is the same. Так, сейчас еще раз. Like making and killing children is the same thing. Блин, теперь будут эти отображения. Музыкальной комнате, да. Теперь все стимовские сообщения, это вся шняга будет отображаться. Я, кстати, ничего не делал, я хотел в настройках покопаться, но я не стал копаться, потому что я забыл, мне... Да я просто забыл, да. И... Я запустил, и у меня все заработало. Гейб услышал мою мольбу, да? Хотя какую мольбу? Хотя моля. Ничего такого не было. Вроде не глубоко. Опять водичка. Опять. Держит меня. О, Уэлл, здорово. А, так это баба? Я же говорю на бабах. Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I lay oh, down God. This mask. You crazy motherfucker! I show Where my is she? True face. Show me your true face. Что за секта здесь? О, прям удачно камни попали. Знаешь, ну и нахер. Беги, родный, беги. Какая батарейка? Сейчас не самое время. Это я удачно повернул направо. У меня был выбор либо налево, либо направо. О. Меня зажало. Сейчас опять в школе 100 пудов. А, так это все-таки наша ребенка. Че у нас там? 4. Отлично. Уэлл, я думаю, это мужик. Ну, у меня были, конечно, сомнения, что это баба. Потому что облизывал. И... Так, оттуда мы пришли. Облизывал и этот... Вроде как... Ну, похож внешне. То есть и платье было. Вот. Ну, как по разговору вроде... Он. Ну, это, конечно, да, у меня знакомая тоже есть. Девчонка. Она тоже любит говорить от... Зачем прятаться? Я не хочу прятаться. То есть она тоже любит говорить как мужчина. То есть в мужском роде. Там. Ну вы поняли. Вернемся к аутпосту.
какой-нибудь там подвальчике тут плаваю. Так-то я под землей нахожусь. Какой нафиг подвальчик? Здрасте. Дай пройти. Беги ты нахер. Не, сейчас не самое время для лечения. Я, короче, нырнул, и темно, я ничего не вижу вообще. Я думаю, меня здесь не найдет. Вот, я нырнул, и там темно. О, отличный шлях. И я не знаю, он застрял, не застрял. Что с ним происходит? И тут я выныриваю, и тут он. А-а-а. Или она. Ну, судя по молочным железам, это, скорее всего, она. Но там внизу там непонятное было. То есть я думаю, он либо до херова поймешь, что это за трансвестит тут такой. Нарисовался. Слава богу, не изнасиловал, и то уже радует. То есть я могу заблокировать. А что мне это даст? Блин. Прикол в том, что ладно, я с камерой. Ладно, я вижу, куда иду. Но он-то как? Он-то как ходит, я не пойму. Не, ну ладно, я тоже, когда использую как бы камеру, я палюсь тоже, как бы. Хотя интересно, кстати, было проверить, если бы я бы не использовал камеру, то есть я вот ее убрал, спалит он меня? То есть как бы когда я с камерой, она по идее светит. И даже когда мы лишались камеры, она реально светит. Turn off the electricity. Чего? Электричество? Какое нахер электричество? Тут его и так нет. А вот и рубильник. Не хотел я батарейку до последнего менять. Так, ну электричество я выбил. А что мне это даст? Он тут. Камеру мы убрали, то есть, по идее, у нас не должен спалить, то есть, ничего не светится. Я под воду спрятался. Опа, палево. Ну, вот это пятно вообще на всю камеру. Так, ну электричество я отключил, а что мне это даст? Просто когда... Ну давайте пойдем по кабелю. Просто когда я от него бегал, я особо-то не разглядел, что мне, собственно, надо здесь... Здесь делать. Пожалуйста, сохранение. Блин, не вижу. Сейчас он шлепнет меня.
Ладно, выныриваем. А, я прошел. Так, куда идти? Ну, я вроде правильно иду. Нормально. Я не знаю, что я сделал, но я что-то сделал правильное. Так, у нас есть немного времени для передышки. Пусто. Я думал, записки какие-нибудь. Записи, записки. И запрыгивай. С кем? Я думаю, мне надо было переключить. Ай, блин. О, ништяк. Чё за говнецо? Я в него не хочу вставать. А, ну это типа бетона. Так, по батарейке у меня, по-моему, 3 осталось. Ага. Ну я так и думал, мне надо сначала было переключить. Нет, сначала надо ее отогнать. Угу. Ты с жопой, да? Просто я там что-то слышу подозрительно, и мне как раз жопой вагонетку дергать. Самое то. О, я могу назад смотреть. Хавана. Блин, все-таки придется. Ну, вроде там никого. Но мы еще вот так сделаем. Для надежности. То есть, я думаю, здесь мне можно было вагонетку обойти. Поехала, 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 родненькая. Что за дичь была, но я в эту дичь встрял. Так, следы крови. Дают подсказку. Не первый раз, кстати. Не зря нам этот говорил. Следуй за кровью. Полов заблюд. Что это было? А, проехался по лестнице. На лестнице отбил яйки свои. 800 футов. Охереть. Как ты потом выбираться отсюда будешь? Ну нахер. А! Не в ту сторону. Это больше, кстати, вот не испуг, а просто... Я не знаю, как это передать. Косяк. Ну... Слава богу, все нормально. Все обошлось. Налево, направо, налево, направо, налево. Беги, беги, говнюк. Хорошо, что я налево пошел. Да и вроде и справа можно было обойти. Просто это был бы фейл. Тихо, тихо, тихо. Не мороси. Тихо, тихо, тихо. Батарик, ты вообще не вовремя. Да ну нафиг. Не надо было смотреть. Пещера. Блин. Да нет. И батарейка подводит. Вон. Белая дрянь. У меня сюда и батарейки осталось.
Че это меня штырит? Ну не надо там махаться. Бежать еще не хочет, говнюк. Так, ну, допустим, я пришел в шахты. Я нашел Вэлла. А где Лин? Что с Вэллом? Почему все так плохо? Лестницу даже не заметил. Хотя вот даже огонь. С кучей подсказок, а все равно не замечаешь вот такие вот. Как бы нюанс. Зима близко. Не знаю, зачем я сейчас скажу это, но я сейчас ходил на фильм «Темная башня». Прикольный фильм, кстати. Можете сходить. Мне понравился. Хотя мне редко, когда фильм нравится. Мы пойдем нестандартным путем. Потому что я думаю, здесь какая-то есть записочка, батареечка. Хоть что-то. Только не бинты. О-о-о. Я просто чувствую. Я чувствую, когда мне хорошо. Нет, а... Я хотел посмотреть... Да я понимаю, но я просто... Я хотел... А вдруг ты все-таки сможешь себе в карман заглянуть? Не, ну а вдруг? Две батарейки. В смысле? Я думал, у меня две батарейки. То есть у меня оставалась одна батарейка? Да, ну на. Придется читерить. Либо по хардкору. Ладно, не будем читерить. Но читерить как это? То есть умер, и у тебя батарейка восполнится. Ну, вы же понимаете, в случае, если я не специально умру, то есть случайно, то у меня один хер восстанавливается батарейка. Ну, как бы игра помогает тебе. То есть это как бы не баг, это, ну, способность, потому что... Ну, бывает здесь некоторые места вообще хоть глаз выколи, и... Не будь у тебя батарейки, то есть без ночного видения вообще прям не выйти. Это, конечно, понимаю, хардкор, но ты просто будешь ходить... Блин. По темным коридорам, и тебя будут постоянно убивать, и ты не сможешь найти выход, ты проклянешь эту всю игру, там... Прокрутишь, выкрутишь там гамму на максимум, яркость на максимум, один хер ничего видеть не будешь, и в итоге удалишь, или придется сохранение какое-то запускать. Потому что некоторые участки игры настолько темные, что... Вот я-то ни хера не вижу. Я, допустим, отрендерил, еще ухудшилась темнота, хотя гамма на максимум выкручена. Или яркость там. Яркость, по-моему. Так. Да, на максимум гамма. Вот. И плюс еще на YouTube заливаю, и там еще уменьшает, точнее, этот. Ну там и качество ухудшается, и этот яркость уменьшается. И вообще получается. Хоть глаз выколи. Так, дальше куда мне? А. Просто не увидел. Надо осматриваться. Куда мне? Ну там, по-моему, дороги нет. Не, ну в принципе-то есть так-то. Можно с разбега. Блин, да куда мне? Стой. Там тоже есть электричество. Не, по сюжету пошел. Я просто хочу там батарейки, записки, еще там что-нибудь посмотреть. Раз там сохранения было. Да ладно, тупик. Не, ну понятно, что тупик. Ну хоть бинты нашел. Шахтер. Ну там пролезть нельзя, не получится. Конечно, обидно. Я хотел батарейку вообще бы найти. Тихо, 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 не мороси. Не надо здесь этот цирк устраивать, акробатику какую-то. Сейчас будет мясо, FPS проседает. Кстати, я прицел не включал, прицел. Ночное видение.
читаем на паузе. Кстати, да, я думаю, следующая серия, наверное, будет уже финальная. Потому что, видите, то есть как бы уже 17-е, то есть еще одна записка где-то. Какую-то я пропустил записку. Вот. То есть уже 101-я запись, 102-я, 103-я, 104-я, 105-я. И все, как бы, конец. Хотя, может, и это будет последний. Не знаю, так. Если тут осталось минут 10, наверное, прохождение. Да-да-да, это будет последний. Ну, блин, опять. Кстати, заметили этот? Одни бабы здесь. Ух, у вас сколько тут. Это кто там висит? Это случаем не Лин? О, ты жива. Что-то у тебя кровавленько. А, это ты был. Дай мне посмотреть, что там с Лин. Вон Джессика. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Я почему-то думал, что это вообще его девушка была, а потом он переключился на Лин, как бы. Что ты хочешь мне показать? Время 9 часов. Это не шутки, мы кувыркались на кухне. I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Ну ты вообще грубиян, Блэйк. Бабу свою не любишь. Ask, didn't she? Maybe. Джессика вообще как разговариваешь? I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. Чем мы хромаем? I know. Ты тоже дура. Что-то пустая школа, мне это не нравится. Я даже не знаю, как комментировать эту ситуацию, но я знаю то, что Блейк — это редкостная сволочь. Девушки не выбирают таких парней. Ну, здесь мы бегаем. Sure. Да мы, в принципе, по всей школе бегаем. Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Хуй. Джессика по полной к нам клеится, а он... What don't you know, Jessica? Oh, sorry, we... What are the two of you doing вот here? Этот тип за нами гоняется. I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed Лутер-мих. After school for a journal. We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents?
Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. У меня начинает складываться, где Блейк накосячил. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Он меня бросил. В музыкальном классе. Ну, у меня, в принципе, все понятно, что произошло. Да по нему видно, что он психопат ненормальный. Вот. И Джессика это понимает. Еще что-то у нее отец тоже какой-то не такой, когда речь зашла. Я говорю, он где-то ее бросил. То есть, я думаю, учитель просто ее довел до состояния, она повесилась, как бы. А вот этот учитель за нами и гонялся, кстати, по всей школе. Воу, без камер тяжело. Я думаю, нам просто до выхода надо идти. Я даже обернуться, кстати, не могу. Ну, я зажимаю кнопку оборачиваться, а она не оборачивается. Ну, лутать я здесь ничего не буду. Потому что смысл. Камеры нету. Темно. Ладно, пойдем. Я-то ни хера ничего не вижу, а у вас там вообще тем более. Короче, да, он ее просто кинул. Ну тут по-свински. Ну это понятно, она в него втюрилась, как бы это. Мне кажется, ли коридор увеличился? Я бегу, детка, бегу. Слушай, тут есть что-нибудь такое? Подсказки? О, наша фотка. Погоди, 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 погоди. Сейчас мы узнаем, что же произошло. Да беги ты быстрее. Короче, это людишки это. А! Людишки это. Папа Нота приперлись. Перехерачим. Блин, а мы опять лин потеряли. Так, ну понятно. Короче, он завалил. То есть она не повесился, а он ее убил. Может, не специально, но он сделает. Без батарейки вообще прям невозможно. Так, ну у меня больше линк бывает. Нам все равно завис как бы полностью не открывает. Fuck! Fuck! Lynn! 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 You're pregnant. How are you pregnant? Please! I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you.
Наконец-то мы нашли нашу женушку. Да не будет никто порознь. Запишем. Наконец-то мы ее нашли, забрали. Только сейчас не накосячить. Снимся, какую Джессику. Чё за херня? Ты чё, поплушен? Кстати, хочу посмотреть. Убраться отсюда. Просить. Так, прошу прощения. Так, хотел я глянуть. Ага. Еще три херни. Но я думаю, сейчас... Еще минут 20, наверное. Игры. Да где тут? Твоя башка тут, наверное, полэкрана у меня. Но мы еще с папой ноты как бы не разобрались. То есть хэппи-энда не будет пока. В принципе, это Outlast. Здесь хэппи-энда вообще может не быть. Хотя, дополнение Whistleblower показало, что все-таки может. Ну там какой хэппи-энд? Ну там, по крайней мере, он выбрался оттуда. Так, прыгать мы не можем. Здесь у нас ветки. Куда идти? Здесь я застреваю. Так, ну это мы из шахты выбрались. Может, посидишь, отдохнешь. Расскажи, что с тобой стряслось. Не, мы не присесть, ничего не можем. Ну, блин, не мороси, давай что-нибудь придумаем. О, что, неужели рассвет? Дай посмотреть на часы-то. О. И забинтованный такой. Да, кстати. Время... так. 6.45. Да. Что-то я попал. Что-то я не знаю, куда идти. А, угу. Бежим, бежим отсюда. Ну, блин, реально, твоя башка у меня здесь. На пол экрана. Сплескалась. О, я заблудился. Откуда я пришел? Нифига не видать. Оу! Ништяк. We have to find shelter. As far from this place as we can get. Yeah. Ну да, бег с беременной женщиной, это я просто мастер. Мастер папаша. Как он так быстро у него живот тут? Раздулся. Сейчас захожу в хату, там Марта. Привет, Блэк. Херак киркой. И нет яиц. Так, ну я-то знаю, что это NPC лишь Галина. Так что да похер. Побегаешь. Be careful! Fuck! Fuck! Man, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Ну блин, ну ты вообще валенок просто. Ты конченый валенок. Как можно жену ранить? Back here. Мне пофиг, пускай главный герой сдохнет, а главное, чтобы она выжила. С ребенком. Блин, вот я, кажется, зря про Марту сказал. Jesus Christ, Blake!
смысле? Ты серьезно? Это что-то новенькое. Такого, по-моему, не было убийств еще. В смысле прилечь? А то, что меня убили у тебя на глазах, это нормально, да? Хотя бы прописали пару реплик. Так, ладно, мне, значит, не туда, да? Прилечь. На том свете отдохни. А почему до этого? А, я понял, почему. Какой прилечь, слышишь? Тут мои яйца на кону. Не время отдыхать. Да ты чё? Ты серьезно решил драться? Неужели? Ну блин, да ну нахуй. Сейчас молнию Шиндара по-любому. В кирку ее сразу. Нет? Можно я заберу вот эту вещь? Она очень прикольная. Мне она нравится. Допрыгалась, Марта, допрыгалась. Ха-ха-ха-ха. Пу. Ладно. Ну что, пойдем обратно в хату? Минус. Минус Вэлл. Минус еретики. Минус. Вэлл. Ты нет, говорю. Марта. Остался нот. И Ник с этим мы тоже завалили. Остался один нот. Мы все в этой деревне порешали, кстати. Я пришел, а не Блейк. Ну как я? Я просто молился. Да здесь вообще что за дичь? Воу, происходит. Огонь. Давай сюда. Она? Ладно, давайте на этом заканчиваем. С вами был Ректор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. До скорой встречи. Да-да, я такой. Да просто мест на диске нету, к сожалению. Дальше я не могу записать. Увидимся в следующей части. And where down we go.